Сегодня 14 августа, начало Успенского поста, почитание животворящего креста Господня. Я молю.
Царствие Своего, владей всех очищению, жизни и рождения,
Во
Твоей провидице, близости Твоей, всякие нужды исправляя в Христе, источник исцеления Христе Божий наш, и Тебе славу высылаем в безначальном Твоем Отце, и Пресвятым и Владимиром Царящим Твоим, ныне и пресно и во веки веков. Thank you.
Слава Тебе, Господи! Пресвятая Богородица, спаси нас! И сегодня освящается мед, медовый спас. Всех с праздником! Начинается Успенский пост, и мед нам будет в помощь. Спаси, Господи! С медовым спасом.